Questo mi crea due cose. Questo orgasmo. Он потрясающий. Какой легкостью берет ноты. Молодец. Что такого хорошего качества? Так необычно. Только все мягенькое, чистенькое, натуральное, гостеприимное. Саксофонист, представляете? Я еще не видел казаков саксофонистов. Учитель из Актау стал звездой ТикТок, исполнив хит Эминема. Молодец. Эминем все любят. Традиции Казахстана сохраняются. Я думаю, что двуглавый орел – это символ царской России. Перед вами медный филис, золотая орда, на нем изображен двуглавый орел. Так да. Что очень, россияне очень пользуются вашей символикой.